Вот. И этот аранжировщик, саунд-продюсер, он работал в тот момент у Павла Зеброва, и у него были ключи от студии Павла Зеброва. Он, ну, я ему сказал, что я буду проводить кастинг. Вот. Договорились, что он будет делать аранжировки к моим песням. Вот. И я вот назначил уже прослушивание, и пришло очень много людей, очень много девушек на прослушивание. Это, ну, был музыкальный проект женский, планировалось 3 девушки. Вот. И я прослушивал и давал задание, по-моему, Beyoncé, Hello. Вот. Много кто, конечно, не справлялись, много хорошо проявляли себя, но потом я еще какие-то определенные задания давал на исполнительность, потому что уже начал общаться там с другими какими-то людьми, связанные с концертами, с продюсированием. Мне сказали, что очень важно это исполнительность, конечно, это в любой момент нужно там ехать куда-то выступать, в любой момент там или концерт, или какая-то запись, или приглашение на какое-то мероприятие. То есть люди должны быть очень легкие на подъем и очень исполнительные. Вот. Ну, кто-то проходил, кто-то не проходил, но в конце концов, я не помню,